Анонс и точность выхода 404 серии сериала «Плен». 404 серия сериала выйдет в эфир 19 ноября. Ранее в сериале мы увидели, как Хира просит врача не говорить Эрхуну ничего о том, кем для него является Сихра. Хира просит мужчину сохранить все в ее секреты, однако получает ответ, что есть тайны, которые не могут оставаться таковыми вечно. Афифа готова сделать все для того, чтобы ее сын никогда не узнал правду о своем ребенке. Она готова даже перейти черту, лишь бы эти секреты сохранились. Сихра интересуется Эрхуна, почему у него нет детей. Мужчина удивлен таким вопросом и не знает, что ей ответить на это. Хира все так же продолжает просить врача сохранить ее секреты. Элиф и Азиз приезжают в клинику. Девушка говорит, что рада тому, что не смогли найти мужчину. Азиз не понимает поведение Элиф, но ничего ей не говорит. 404 серия сериала выйдет в эфир 19 ноября. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.